Посевная кампания 70 тысяч гектар была выполнена на 100%. Далее, как все знаете, аграрии, у нас идет защита растений. Вышли на гербицидную обработку в июне месяце. Где-то в районе 20 июня начались дожди. С гербицидной обработкой мы справились. Пошла фунгицидная, инсектицидная. Тоже поддавали немножко нам дожди, но с задачей мы справились. Посевы были чистыми. Ну, за исключением ячменя, овсюк — это не такой сорняк. То есть злостный сорняк мы уничтожили. Далее ждали уборочной кампании. Август месяц наступил. Как сейчас помним, мы с главным технологом Сташковым Сергеем Владимировичем стоим в рубашках на поле в Красной Поляне 8 августа. Открыли сезон уборочной кампании. За август месяц, чтобы вы понимали, мы убрали всего 2000 гектар. И на этом все. Урожайность по ячменю была 50 и выше. Отдельные поля давали 60 сантиметров гектар. Пошли дожди. И вот с этого момента у нас началось даже не битва, а сражение за урожай. Сентябрь дожди, октябрь дожди. На помощь к нам пришли наши партнеры. Свинокомплекс Кудряшовский. Прибыло 50 комбайнов. Но хочу отметить, что мы были к уборочной кампании готовы с новой техникой. Это компания «Россельмаш», наш дилер «Назарова Агроснаб». Мы купили новые зерноуборочные комбайны РСМ-161. Также приобрели КАМАЗы новые. Мы были оснащены на 100%. Но дожди не могли нам. Мы урывали каждый час. Местами даже спали по 2-3 часа в ночь. Были сомнения, что не уберем. Но мы с задачей...